Привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем чистить фильтр вытяжки. Я поделюсь с вами способом, который очистит этот фильтр легко и быстро, без особых усилий. На моем канале уже есть один способ. Если вам интересно, ссылочки я оставлю в описании. Обязательно посмотрите, тоже очень хорошо работает. Ну а мы приступаем к нашему способу. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, у меня это наклонная вытяжка. Если у вас в вытяжке есть фильтр, неважно какая это вытяжка, если он съемный, его периодически нужно мыть. Давайте же достанем его. Вот такой фильтр. Здесь нажимаем вниз, и наш фильтр выходит. Он и защищает вытяжку от жира, принимает, скажем так, весь удар на себя. Сделан он из алюминия, мелкие соты, если присмотреться, они все забиты жиром, липнут. Давайте же очистим. Итак, для этого нам понадобится пищевая сода. Пищевая сода очень хорошо справляется с жиром. Кипятим чайник, заливаем кипяток и высыпаем соду. Одна, две, три. Три ложки будет достаточно. Все зависит, конечно же, от объема. Лучше всего найдите дома емкость, скажем так, не очень высокую, и чтобы туда помещался ваш фильтр. Это может быть противень, на него четко подходит. Все зависит от формы вашего фильтра. Ну что ж, наша сода растворилась. Я нашел вот такой поднос. Он идеально подходит под наш фильтр. И нам можно задействовать как можно меньше объем. Ну и, конечно же, экономия соды. Все, что остается, нужно залить кипятком. Ну и, конечно же, подождать. Наша сода вступает в реакцию и начинает работать. Ну что ж, друзья, полчаса прошло, и я хочу вам продемонстрировать результат. Одну половину этого фильтра, я думаю, вы уже видите. Я прошел немножко щеточкой специально, потому что жир сам по себе, если он налип и внутри, он растворится, но его нужно легонько счистить. Вот посмотрите на вытяжку, там, где я прошелся. И вам, конечно же, видно, насколько работает этот метод. Видно прекрасно, я думаю, если камера передает, насколько вытяжка стала чистой. Эта сторона чистая, а это вот растворился, но нужно снять. Для этого я хочу продемонстрировать. У меня вот есть... Я попробовал вот три щетки, они все разные, вот большая побольше, пробовал зубная щетка и вот такая маленькая. И лучше всего из этих трех щеток справляется зубная щетка. Вот таким движением просто давайте почистим, я покажу. Много усилий не нужно, это так легко делается практически за минуту. Ну и все, вот все готово. Все, теперь осталось просто ополоснуть этот фильтр. Он настолько чистый, весь очистился. Тем более здесь много слоев сеточки. Конечно же, делайте это аккуратно, без усилий, потому что сеточка это очень мягкая, и ее очень легко повредить. Ну что, давайте ополоснем, высушим и ставим на место. Вот и все, наша чистка закончена. Практически без усилий. Ну что, друзья, мы добились отличного результата. Наш фильтр сияет, он стал чистый, причем с обеих сторон. Получается, полчаса это замочить и буквально 5 минут
чтобы почистить. Усилий не нужно практически никаких. Этот метод отлично работает. Обязательно берите его на заметку и пользуйтесь. Поделитесь этим способом с друзьями, близкими, знакомыми. Большое вам за это спасибо. Всем желаю хорошего настроения, удачи и до новых встреч. Скоро увидимся.